Привет, дорогие ребята и зрители! И сегодня я вас научу танцевать очень популярный вид танца, это шаффл. Шаффл – это танец ногами, он достаточно простой, и его могут повторить абсолютно все из вас. Давайте начнем учить. Самое первое движение и самое главное это движение, это называется твист. Твист – это очень распространенное движение. Мы встаем в третью позицию. Правая нога идет спереди, вот так. Левая чуть-чуть позади, где пятка. И вот середина стопы. Поворачиваем две ноги, заднюю ногу отрываем. И ставим теперь левую ногу вперед. Потом так же. И поворачиваем опять же правую ногу. И теперь так же левую. Смотрите, две ноги должны поворачиваться вместе, а одна должна от задней отрываться. И получается быстро это вот так. Это задний твист. Так вот, вперед мы сделали. А чтобы продвинуться назад, если мы двигались вперед, мы заднюю ставили вперед, а назад двигаемся мы с, например, левой ноги, и которая впереди. Также ставим ноги в третью позицию. Поворачиваем две ноги внутрь и ставим обратно, то есть назад. Теперь правая впереди и две ноги опять поворачиваем. И еще раз повторяем то же самое движение. И назад. Это самое главное движение и все движения шаффла. Оно повторяется почти всегда. Можно это движение повторять с одной ноги, то есть вот. Разворачивать стопы обязательно прям внутрь очень сильно не надо. Оно чуть-чуть разворачивается, то есть вот, чуть-чуть. И одна выстреливает чуть-чуть на где-то на 2 сантиметра от пола. Следующее движение, тоже распространенное, это называется простой шаг, шаффл. Это делается вот так. Чтобы такое движение сделать, мы встаем на любую ногу, в такую, как сказать, цапельку, можно сказать, и вот как бы вот так, ну типа по-другому. И выстреливаем ногу вперед и отодвигаемся одной ногой назад. Потом встаем на эту ногу, которая впереди. И опять отодвигаемся. Опять встаем. И отодвигаемся как бы чуть-чуть и выбрасываем ногу. Чуть-чуть и выбрасываем ногу. Потом должно быть это быстро. Если вы научитесь делать эти два движения, то вы все остальные движения с легкостью уловите. Например, это был обычный походка шаффла, а сейчас будет походка в сторону. Делается точно так же, как вот это, только в бок. Вот так. Мы также берем ногу вот в таком углу и отодвигаем ее очень в сторону. И прыгаем на нее. Потом опять в сторону и прыгаем на нее. В сторону и прыгаем на нее. И должны чуть-чуть еще отодвигаться назад. И должно быть это быть почти не касаемо ноги. Видите, у меня просто нога проскакивает. И отпрыгиваем чуть-чуть в сторону тоже на несколько сантиметров. И перепрыжок шаффл. То есть это ход и прыжок. Делаем обычный шаффл, походка, потом вот, например, остановились на правой ноге, встаем на нее, нога первая вперед, и как бы толкаемся, и чтобы она была сзади, то есть вот так берем, толкаемся, сзади, ставим ногу назад, переворачиваемся и прыгаем дальше. Базовые элементы шаффла. Если вы их научите делать, то остальные все элементы вы просто легко научитесь делать. И в шаффле есть еще элементы вока. Вот это движение руками. То есть вот и вот. Первая позиция это вот. Первая рука закрыта, вторая ее облокачивается на локоть. Чуть-чуть на себя. И меняю в течение позиции.
как будто делаем на себя ветер. И еще движение. Соединяем две ручки, вот так, ладошки и локти соединяем. И тоже вот так махаем кисточками. Тоже достаточно должно быть быстро, чтобы вот так получилось. Я обычное движение делаю, но чтобы ускорять движение, то получается быстрее и красивее. И есть еще мельничка. Ручки вот так складываем как бы вперед. Вот так. И делаем как бы, соединяем ручки. Выкручиваем, соединяем. И получается вот такая мельничка. Вот так. Но следующее видео вы побольше узнаете о ворке, потому что ворк — это тоже другое движение танца. В шаффл он чуть-чуть входит, и поэтому у нас вот это движение идет на боковом шаффле. А вот это просто типа ручки вот так идут, кисточки вперед заворачиваются. На обычном. Некоторые делают наверх. А давайте теперь я вам покажу маленький отрывочек шаффла. Вот. Поехали. Больше увидеть движение на шаффл в других видео. Поэтому не забывайте.
подписываться на канал, ставить пальчики вверх и всем пока-пока!